Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука. Многие из вас знают, что на нашем лайв-канале мы сейчас в прямых трансляциях проходим сюжетку Tekken 6, так скажем, готовимся к выходу Tekken 7, пытаясь освоить игру, более в нее так хорошо погрузиться, вникнуть, научиться играть. Вот, и вот на одном из последних стримов я поиграл за Нину Вильямс, и что-то мне прям понравился этот боец, и я решил попробовать свои силы в аркадном режиме. Хоть в сюжетке и присутствует режим наподобие аркады, называется арена, где ты там дерешься с тремя противниками, потом бьешь босса, да? Но он коротенький очень, а настоящий режим аркады он больше должен быть и сложнее. Я вот решил свои силы сегодня попробовать в этом режиме. Ну, это такой, скажем, экспериментальный выпуск по игре Tekken 6. Если вдруг вам захочется и понравится смотреть такие вот видосики, то мы, может быть, продолжим и будем проходить иногда с других бойцов. Посмотрим, как получится, ребят. Так что, если вы любите Tekken, то незамедлительно ставьте лайк и погнали. За Нину я пару приемов выучил. Я не знаю, будут ли какие-то заставки, то есть вот в режиме арены там идет в начале заставка и в конце ролика заставки. Вот здесь, возможно, их даже и не будет. Так что я даже не знаю. Ну, чисто ради геймплея посмотрим, что у нас получится. О, смотрите, сразу сестричка нам попалась. Они обе такие классные, дерутся ногами. Ох, я сверху ее, да? Ну, первые бои, как всегда, простые, но вот тут уже в аркаде будет довольно сложно. Довольно сложно будет. Мне потребуется много усилий, чтобы пройти аркад, на самом деле. Я все-таки такой... Я всегда был далек от Tekken'а. Но вот в последнее время он мне начал немножко нравиться. Все больше и больше с каждым стримом. Вот, и я решил немножко углубиться. Немножко получше научиться в него играть. Так, ну сестричку мы быстро побили. Тут какой-то еще ранг какие-то идут. На 7-м какого-то кил у меня повысили. Не знаю, что это означает. Кто знает, пишите в комментариях, для чего это нужно. И что мне это дает. Так, кто у нас там следующий-то? Не показывают, кто следующий-то. Загрузка идет. Ну ладно, подождем. Игра старая, ребят. Кстати, довольно красиво на самом деле выглядят бои. Здесь арена красивая. Хоть игра и старая, уже выходил продолжение Tekken Tag Tournament 2. Ох ты, гад, а. А? Кстати, очень часто противники вот это комбо, они нагибаются, приседают во время последнего удара, и комбо слетает, и только ты огребаешь. Что-то повезло мне немного, да? Ну, это говорю, это пока что первые соперники, которые нервы не трепят. Они дают лишь тебе так размяться, скажем так. Вот что мне нравится в Tekken'е, тут повторы прикольные в конце, замедленные действия. В Mortal Kombat'е не хватает тоже повторов, мне кажется. Ух ты, блин. О, отлично. Тут, конечно, очень любят лежачих пинать и тех, кто в воздухе летает. Тут, в принципе, я думаю, при желании можно за один джангл противника полностью замочить. Чё это такое? Клуб Монтана какой-то. Что это такое? Справа показан. Непонятно. Ну ладно. Ли против нас дерется. Такой вроде бы тоже прикольный. Почему клуб Монтана? Его же... Я не знаю, что это означает. В общем, какие тут свои фишки, я не знаю. Как мне сказали на стриме, вот этот прием, когда делать, она вот на землю падает кувырком, то если промазать, то она даже ну, немножко дамаг получает. Такие мощные тычки ногами. Мощная такая бобина. Нина Вильямс.
Ух ты, блин, смотрите-ка. Как я это сделал? Я не пойму, как я это сделал. Я знаю это комбо, которое поднимает противника в воздух. Отлично. Задубасили. Если какие-то вдруг крутые приемы за Нину, я, ребят, не знаю, вы не серчайте там в комментариях. Ну вот то, что во время стрима я выучил, пару комб таких вот более-менее эффективных, вот я их использую, пару приемов. Кстати, надо захваты иногда использовать тоже. Что-то я как-то забываю про них. О, это тигроголовый. Вот я не понял, что это за эти висят ники какие-то, как будто, я не знаю, что это? Это же не имена этих игроков, это какие-то ники непонятные. Может, это типа как тень какая-то считается. Ух ты, блин, да ладно. Ах ты, да ладно! Так быстро проиграл. Что, надо собраться, надо собраться. Это что, забор, состоящий из стрел? Ух ты, вот он, видите? Присел. Присел, гад. Да что ты, я же хотел захват сделать, почему ты... Не точно команду делаю, нажимаю. Ух ты, блин. Отлично, ладно, кое-как вытащили. И главное, ну, пытаюсь играть ими осознанно, да, то есть я не просто жмякаю по всем подряд кнопочкам, а как бы это... Тут есть вот типа оверхед. Кстати, можно еще есть... Блин! Апперкот есть! Что-то он... Разошелся, гад! Скотина такая! Скотина, блин! Побил меня! Обидно. Уже... Еще только начало, я уже начинаю проигрывать. То есть... Я даже не представляю, как я до босса дойду. Кстати, можно костюмчики менять, наверное, да, будет, если что-то. Просто этот костюм прикольный, а второй костюм мне, честно говоря, не очень мне нравится. Но можно было бы для разнообразия его взять. Все-таки, что это за гинг и восклицательный знак? Это что такое? Что это за имя? Это же, ну, персонажи так не зовут. Это чей это ник или что это? Мы сейчас не в онлайне играем, между прочим, как бы. Что тут кинг, а? Ну ты сволочь такая! Мощный удар с ноги получил. Пам-пам! Пощучина ногой. Вот что-то захват не могу сделать. Ах ты, сволочь. Я вроде нажимаю, как захват сделать, да? О, отлично, отлично. Сейчас вовремя сделал усиленную атаку. Ну, то есть это у меня там скомбинированное на кнопку L2. Вперед, L2, короче. Но почему захват не получается сделать? Я нажимаю вперед, квадрат, крестик. Что-то... А вместо этого на ногой меня бьет. Это кто у нас? Зулика. Кто это? Что эти люди, ребята? Ладно, я надеюсь, что найдут специалистов. Напишешь мне, что это такое? Кто это? О, Маршал Лоу. Очередная интерпретация Брюса Ли. Oh,
Ух ты, блин, да, да хорош, хорош. Да, да блин. Тут я не люблю вот такие, что когда вот тебя начинают лупить так, что ты, ну... Отлично. Фу, что ты ничего не можешь делать, просто летишь в воздухе, короче, а тебя бьют. Тут у меня всегда убивало такие. Есть некоторые фишки с управлением, которые я до сих пор не могу привыкнуть. То есть приседания. Она вроде как бы в 3D сделана, да? Ты можешь перемещаться по арене. В то же время ты вниз нажимаешь, он тебя приседает. А потом, если ты какой-то прием хочешь выполнить, тебе нужно успеть встать, чтобы, ну, чтобы выполнить прием стоя какой-то, да, например. Да ладно. Как же так-то комбо-то не... Ну да вот сейчас, смотрите, я хотел сделать комбо назад треугольник, там, мощь удар руками, но она у меня была в приседе, и она не успевает встать, она начинает делать какой-то совсем другой удар, который мне не нужен. И я не могу к этому никак привыкнуть. Механика все-таки сложновато для меня, Текина. Блин, ну как так? Ну вот, почему блок-то пробивает, а? Да что ты? Да хорош! Ну вот, вообще ничего не дает сделать. Просто ничего не дал делать мне. Просто вот задолбил и все, короче. И вот опять этот удар вот не тот, который я хотел. Ну как так? Ох, вот это вот сейчас просто. Уже скач, короче. Их, ну давай, мы сможем, я надеюсь, не знаю, может и не сможем. Я бы хотел, чтобы мы смогли, давайте сменим костюм. Я так вот, тут два костюма всего, как бы. Хотя, возможно, тут можно еще какие-то свои костюмы, да, настраивать. Тут можно же, наверное, создавать какие-то свои костюмы там. Но их, там, может, на другие кнопки они повешены. Я не создавал, не пробовал, только в аркаде, вот, то есть в этом в сюжетном прохождении, там, для двух основных персонажей, там, костюмы нужно менять. Да, они потому что дают определенные вещи, там тебе защиту, там дополнительный урон. Так, вот здесь надо было мне сразу сейчас сильную атаку там делать. Во. Вот почему-то не те вещи будут. Я с разбега, она должна была сейчас ногой подкат сделать. Все, короче, да? Все, блин, сволочь такая. Слишком скоростной чувак. Не дает опомниться, как бы. Сразу тебя влуп... Ох, еще с ноги так некрасиво ударил в голову. Брюс Ли бы так не сделал. Тем более, девушки. Да как так-то? Блин. А! Я скоро начну бомбить, ребят. Да блин! Ну... Ой, кое-как вообще просто повезло. То есть он мог меня последним пинком добить просто в этом раунде. И... Я не знаю, в общем. Тяжело, тяжело, ребят. Вот это хороший удар, кстати. Он как раз. Ах ты, нифига себе. Да почему я ничего не могу сделать-то в ответ-то? Все, кто. Ах ты гад! Вы видели, знаете, я убил, хотел добить его вот этим ударом и. Вот так вот он, короче, блин. Да, жестоко. Не могу уже это терпеть. Застрял и все на этом козле, а? Ну и аркады тут, писец, ребята. Я не знаю, как вы это проходите. Как вы это проходили, я не знаю, кто-то это проходил. Как вообще, как? Я не понимаю. Жизнь какая-то. Раунд 1. Файт. Блин.
все, ничего не успеваешь сделать. Ну нереал, просто нереал. Либо сейчас вообще начну сжать все подряд, потому что ни черта не получается. Ужас какой-то. Блин, ну ты угадываешь, что я не понимаю, что я сейчас делаю, это урод. Мне такое подозрение, что в онлайне не так будет жестко, как вот в этом вот. С этими ужасными ботами. Писец какой-то просто. Как ни стараешься, вообще ни черта не получается. Крест насчет скрипит, скрипучая тварь. Я тебе поскреплю. Кошмар какой-то, а. Просто ужас какой-то, я не знаю, я в шоке. Я вообще не представляю, как мне его побить. Вот, что мне сделать, чтобы выиграть у него? Что сделать? Как? Захват что-то не работает. Не... R2 нажимает, что-то она руки там ставит, но ничего не срабатывает. Она... Блин, я не знаю. Может, это из-за сложности конкретно именно, что он сейчас реально какой-то сложный. Вот он же как-то так делает, вот что это он делает? Блин! Ах, постоянно приседает. Ну все, короче, блин, попал. Как он... Ну, я в боке стою, ну почему он меня вот этим ударом выбивает постоянно, я не понимаю. Или то, что он подсечку мне как-то подсечки пробивает из... Не знаю, в общем. Выбешивает как-то, короче. Что, нравится так, чувак? Блин, почему опять? Он меня сейчас пробил. Ты, ну, да ладно. Да вот все, началось. Остается последний удар ему сделать. И, короче, ни хрена он не дает его сделать. Ох. Просто как тварь начинает себя вести. Сейчас повезло просто, как-то вовремя этот удар у меня получился. Обычно этот удар он всегда перебивает, потому что он медленный. Блин, ну почему ты такой быстрый? Как так-то? Ну блин, ну вот это вообще нереал. Обычно это комба, она противника с ног сбивает. Почему она сейчас не сбила его с ног? Ужас какой-то, блин. Сразу я огребаю. Она обычно должна с ног сбивать. Ты уже знаешь, это бьешь, он упадет. Ну, зараза, он не упал. Как так? Как это работает вообще? В чем смысл? Да. Сунулся я в аркаду. Вроде начал Tekken нравиться после прохождения этого сюжетки. Хотя сюжетка говно, но там бои аркадные тоже есть. Но не такие геморройные, как тут. Пятый этап, всего лишь пятый этап. В Mortal Kombat, не знаю, в десятом могли бы такие быть проблемы. И то вряд ли. Блин! Блин, ну что ты, мать твою, а? Ты хоть можешь иногда спокойнее быть?
Если вовремя как-то не добил нормальным ударом, а получается какая-то вечно хрень, вместо того, что ты хочешь нажать, то все, короче, он встает и тебя допинывает. Как обидно, да, вообще просто. Вот, сейчас упал, видите? И так должно быть, по идее, каждый раз после этой комбы. Блин, ну почему ты часто меня пробиваешь? Сволочь такая, а? Блин, ну в этом раунде мы должны это тащить. Сволочь, а. Блин! Все равно эта хрень пролетела! Есть, блин, тварь! Фу! Он мне нервов потратил, а? Всего лишь пятый бой! И вот такая сложность! Я офигеваю, ребята! Просто офигеваю! Фу! Это жесть! Какая-то Ринда 89, блин! Мне даже не нравится, почему мне какие-то непонятные... Я играю просто в аркаду, прохожу, а мне каких-то игроков как будто подсовывают. Но это не игроки, но это, видимо, какие-то тени или что, я не знаю, что это такое? О, это, блин. Баба, робот, блин. Да что ты? Блин! Фух. Фух. Ой, давай в следующем раунде не подведи. Так. Ой-ой-ой. Фу, смотрите, вот это с первого раза побили. Я не знаю, что того заклинило, короче. Это Маршалла Лоу, блин. Просто реально его заклинило. Сложно сказать, не сбалансированная, ни хрена. Так, что у нас дальше-то? Это уже какой сейчас будет? Седьмой бой? Сколько тут всего-то в аркаде, я не знаю. Я просто не в курсе, сколько тут всего боев. Экстра стейдж, Нэнси, М18. Это же робот, да? И что с ним делать? Это экстра уровень, что тут надо делать? Я ж не побью эту махину. Ой, нифига себе, как ты? Нужно, видимо, короче... А, это она ракету пустила, я думал, что она... О, что такое-то? Куда? Что это было? Ни хрена себе, блин. Ноль, бонус какой-то там, не знаю. Хорошо, что это был просто бонусный бой, я не знаю, что надо с этой махиной делать. Кто знает, пишите в комментариях, блин. Ну и побить ее, мне кажется, нереально. Еще куда-то провалился почему-то, я не понял, почему. Вроде жизни были. Да, непонятный Текен этот все-таки. Японщина, блин. Ну что такое, Чувак в шляпе.
Я знаю, что ты этот Джин Казам, это кто там? Почему ты в шляпе, я не знаю. Блин! Все, проблемы начались. Траблы начались опять, ребята. Хьюстон, у нас проблема. У него нога длиннее, что ли, я не пойму, в чем прикол-то? Ну, есть, есть, догнали, отлично. Так, так, еще раундик, надо продержаться. Даже. Вот как так играть, когда он у тебя полжизни снимает одной комбой и встать не дает? Офигеть, блин, обидно. Раунд выиграл, и все, сейчас опять начинается всасывание. Да. Ну и аркада здесь жесткая. Наверное, есть задрот, кто скажет, для них это расплюнуть, но я не знаю. Для меня что-то это очень сложно, ребята. Что-то я не понимаю в механике, короче, видимо, тут каких-то вещей не использую. Если кто знает, что там я, вот, что я не понимаю в механике, что я не использую, пишите в комментариях, может, я пойму и стану лучше потом играть. Но сейчас я явно не готов к такому повороту событий. Блин, началось сразу. Лежачего пинает, все, полжизни нет практически. Блин. Ну как так? Ну дайте тебя ударить-то, урод. Охренеть, охренеть. Все, он как тот же Маршал Лоу разошелся, короче. У него сложность что-то скакнула. И все, короче. Случайно не побили в первом бою. Все. Сейчас будем мучиться. Блин, какие удары-то у нее такие все мощнявые. Как, блин, 3 раза ударил, я сдох опять. Ну что это такое-то? Ох ты, блин. Что за жесть? Кеншмекин, блин, а? Вот чё, как быть-то? Одного еле побили, теперь второй такой же урод. Текин, не надо быть таким. Да, чувствую, я не смогу аркад за всех бойцов точно проходить. Это слишком геморройно для меня. Слишком много нервов отнимает. Наверное, мы пройдем только чисто то, что варенье там, и все. Это явно не мое. Ну блин, ну почему он попадает, а мой удар не попадает? Я вообще в шоке. Блин, а где жизни-то? А? Где жизни мои, урод? Фу, подсечку ему сделал. Что-то они очень часто все приседают и верхние атаки не проходят, блин, нифига, это раздражает. Блин, сволочь, а. Да как так-то? Ну, вообще просто начал мутузить. Вообще без вариантов, просто. Мне... Чё она куда-то... Всё, что она смогла мне сделать, блин. В такой ситуации позорной.
гаденыш, а? Плюнул, что ли? Вот это зря, чувак. Вот это вот. Блин. О, вот это вообще обидно. На тебе, урод, есть. Блин, ну тут сложно вообще, реально. Очень сложно. Вот повезет, вдаришь ему. Не повезет, повезет, не вдаришь. Фух. Сложновато, сложновато, ребята. Ну что там у нас? Последний босс. Такой предвкушение долго грузит. Ну точно, Азазель, последний босс. Он мне уже кучу нервов на стримах намотал. Не знаю, сколько мы сегодня будем с ним мучиться. Так мало жизни у него отнят. Нет. Сейчас затопчет же. Да, затоптал, падла. А. Вообще читер тот еще. Несбалансированная херовина. Блин! Вообще ничего не дает сделать. Да что это, падла? Я и знал, что с ним так все будет. А, с этой гигантской курицей, блин. Она вообще, это просто это непредсказуемый персонаж. Он может тебя слиться за 5 секунд, а может тебя в течение часа дубасить и не давать тебе шанс ничего сделать. Вот такой вот перс. Фу, ненавижу с ним сражаться. Реально такое ощущение, что от тебя просто ничего не зависит. Захочет он, проиграет. Не захочет, не выиграешь ты у него. Такие вот дела, ребята. Ну ладно. Надо пытаться дальше делать. Что ж делать? Надо пробовать. Смерть пришла. Ну давай, посмотрим еще раз. Ай ты, начинается, блин. Вот это я сейчас сплоховал, надо было делать другую атаку. А я вместо этого фигню сделал, сморозил. И опять. Блин, смотрите, оставалось чуть-чуть совсем. Ёлы-палы, а, ну. Мои косяки есть, конечно, тоже. Я просто не те удары делаю, которые нужно делать. Волнуюсь, видимо. Раунд 2. Файт. Блин, с этой вертушкой, тварь. Отлично. Запрессили его немного. Нога-рука. Последний раунд. Ха-ха-ха.
сволочь. Блин. Нельзя проигрывать сейчас. Всем-то насрать же, ему же насрать. Блин, так эпично, один раунд вытащил у него, и тут этот долбанный лазер. Зараза, а. Обидки просто, ребята. Давай, блин, сучка. Ты должна затащить. Сколько можно, я в тебя столько времени вложил. Столько усилий. Чтоб ты на Азазеле застряла на этом долбанном, которого мы уже били 20, 30, 40, 50 раз. Не знаю, сколько мы раз мы убили. Но он нас бил в 5 раз больше, это точно. Если не в 10. Это, блин, а. Комбинации джагл могут истощить здоровье противника, ага, полностью. Вообще ненавижу джагл, на самом деле. Так нереально. Вот эти джаглы добрые. Да блин, дай ударить, сука. Готов, так, ладно. Фу, блин. Его можно побить, можно. Это не как Баржелоу, который мне нервно трепал сегодня. У нас с ним старые счеты, блин. Есть! Есть! Фу! Все! Все сделал! Фу! О, титры пошли, да? То есть просто титры и никакой заставки. А смысл проходить аркаду тогда, если... Нет ролика в конце, то есть когда проходишь режим сюжетного прохождения и там в арене открываются боты, ты за них проходишь арену, то там у каждого идут мультики в начале и в конце, а здесь ничего нет. Как-то печально для меня лично. Ладно, мы пропускаем это дело. Game over. Награда Home разблокирована. Ну, Home уже дал не работу, поэтому награду можешь себе засунуть куда-нибудь. Вот, ну вот трофей дали. Аркадный маньяк, видите, я аркадный маньяк! Вот оно что, видите, я не просто так, я мучился столько проходил, потому что я аркадный маньяк. Вот такие вот дела, ребята. В общем, я не знаю, если вы вдруг захотите увидеть прохождение вот таких вот аркад за других бойцов, то это реально потребуется от вас очень большая активность на видео, то есть много лайков, комментариев, там, если действительно это оправдается, тогда я буду продолжать. А так, пока на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Rush Onizuka. Не забывайте заходить на лайв-канал и смотреть там сюжетное прохождение Tekken 6. Ну и кто ждет Tekken 7 на нашем канале, ставьте лайк. Ну на этом у меня все. До новых встреч!